Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Татьяна Белицкая и проект Faberlic Reality. И сегодня мы с вами будем разговаривать об эстафете, которую мне передала мой партнер Катя Казакова. Ссылочку на ее YouTube-канал я вам оставлю. Она тоже снимает видео, она мамочка в декрете и умудряется снимать такие классные видео. Если вам интересно, пройдите по ссылочке и посмотрите, какие видео она снимает. Эту эстафету она тоже получила от другого блогера. В общем, эта эстафета гуляет по Ютубу, и все желающие, кто хочет в ней поучаствовать, с удовольствием в ней участвуют. Ну вот, собственно говоря, я тоже участвую в этой эстафете. Здесь нужно всего лишь ответить на 3 вопроса. И сейчас, наверное, мы с вами начнем. Первый вопрос – это зачем я завела свой YouTube-канал? Ну, тут, конечно, так сразу однозначно не ответить. Но, скорее всего, я сняла его чисто из интереса, из любопытства. Когда мне мои наставники предложили поучаствовать в нашем YouTube-марафоне, который проходит у нас внутри нашей команды Faberlic Reality, я, честно говоря, очень даже сомневалась в том, что у меня что-то получится. Но все-таки мне было любопытно, интересно, что из этого может получиться и вообще смогу ли я научиться все это делать. Потому что тут надо не только научиться снимать видео, не бояться камеры, но еще и монтировать видео, выкладывать его на YouTube. В общем, для меня это был темный лес, поэтому мне, конечно же, было страшновато. Но ничего, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ну, в общем, собственно говоря, так и появился у меня мой YouTube-канал, который, кстати, тоже мне помогли открыть мои наставники. Потому что сама бы, конечно, я это вряд ли сделала. Хотя, собственно говоря, не знаю, я не пробовала. Вот. Второй вопрос. О чем же мой канал? Ну, тут тоже так одним словом не ответить. Если сказать одним словом, то мой канал о компании Faberlic, но сказать так, это значит ничего не сказать. Поэтому попробую немножечко расширить мой ответ, о чем же я снимаю. Ну, конечно же, снимаю продукции, которые приобретаю в компании Faberlic, рассказываю вам о ней, что мне понравилось, что не понравилось, какие качества, насколько она хороша, или, может быть, что-то мне не подошло. В общем, все, что я узнаю новенького, я, конечно же, стараюсь вам об этом рассказать, попробовать на себе, если это возможно, там какие-то крема или масочки. В общем, стараюсь вам как можно подробнее рассказать о том, что я приобретаю. Что еще? Ну, делюсь с вами мыслями, снимаю для вас болталки. Иногда меня посещают такие всякие мысли, которыми хочется поделиться с кем-то. И я выкладываю такие вам болталки, в которых делюсь с вами своими мыслями. Ну, бывает, рассказываю о себе. Сейчас начала снимать видео, рассказывая об одной интересной книге. Рассказываю о компании. Еще рассказываю о нашей замечательной команде Faberlic Reality, в которой мне очень комфортно. Я очень рада, что попала в эту команду. Всегда, когда говорю о нашей команде, не могу не сказать того, что мне несказанно повезло, что я попала в эту команду. У нас очень хорошая, дружная команда. Очень замечательные, опытные наставники, которые нам во всем помогают. Независимо, сколько вам лет, что вы умеете, где вы живете, это совершенно не важно. Так как мы общаемся в чатах, в Телеграме, и по WhatsApp, и по Skype, в общем, куча всяких возможностей. Мы всегда общаемся, у нас очень дружная команда, мы друг другу помогаем, нам отвечают на все вопросы, которые у нас возникают, всему нас обучают. В общем, друзья мои, в двух словах не рассказать о нашей замечательной команде. И последний вопрос, как реагируют мои родственники на то, что я веду свой YouTube-канал? Ну, хочу вам сказать, что дети мои, а у меня их 3, сначала немножечко пришли в такое замешательство, когда я сказала им, что буду вести свой YouTube-канал. Вот, ну, ничего, как бы никто не против. Муж тоже немножечко удивился, когда я ему об этом рассказала. Потому что до этого я-то в компании Faberlic уже была, но я была просто потребителем. А тут вдруг решила заняться серьезным бизнесом, узнать об этом побольше, когда я узнала, что здесь действительно можно заработать денег. И, собственно говоря, тут все закрутилось. И как раз начался марафон в нашей команде. И я решила в нем принимать участие.
Ну, в общем-то, отрицательно никто к этому не относится. Сначала так все наблюдали за мной, как у меня что получается. Конечно же, мне мои дети тоже кое в чем помогали, потому что в компьютере я не сильна была. Вот. В общем, никаких отрицательных эмоций ни у кого не возникло. Как бы все не против, все наблюдают за мной со стороны, видят, как я развиваюсь, как продвигаюсь дальше, наблюдают за мной с каким-то, короче говоря, интересом. Вот. Так что вот такая вот эстафета, в которой я сегодня поучаствовала. Передаю эту эстафету тоже своему партнеру Наталье Гучи. У нее тоже хороший канал. Тоже обязательно оставляю ссылочку на ее канал. Зайдите, посмотрите, какие видео тоже снимает наша Наталья. Ну вот, собственно говоря, на сегодня, наверное, же и все. Об эстафете мы поговорили, о моей команде поговорили. И не забывайте ставить мне лайки. Подпишитесь, если вы еще не подписались. И обязательно нажмите на колокольчик. И будете получать уведомления о моих следующих видео, которые будут выходить на моем канале. Ну вот и все. Все контакты мои, как всегда, внизу под видео, в инфобоксе. Ссылочка на самостоятельную регистрацию тоже всегда присутствует в инфобоксе или прикреплена в первом комментарии под моим видео. Если вдруг возникают у вас какие-то вопросы, или вы хотите что-то у меня спросить, или не можете сами зарегистрироваться, пожалуйста, пишите мне в личку, или же напишите в комментарии, я обязательно вам в этом помогу. Ничего сложного в этом нет, и займет буквально 5-10 минут. И самое главное, никаких паспортных данных не потребуется и ничему вас не обязывает. Просто будете делать покупки очень выгодно для своей семьи, скидкой 20-26%. Ну, еще много всякого интересного, всяких бонусов и вкусняшек, о которых вы узнаете, если попадете в мою дружную команду. Ну вот и все, собственно говоря. До свидания, мои дорогие друзья. Увидимся на моем канале. Всем пока!